читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры 21 декабря открылась книжно-иллюстративная выставка «Зимняя палитра». Зима – красивое, волшебное время года. Поэты написали много красивых стихов о зиме, композиторы сочинили к ним музыку, художники нарисовали картины. Многие художники, поэты и композиторы любят зиму за ее волшебную красоту, чистые, ясные, сверкающие краски. Они передают свои чувства через звуки, слова, краски. Кто из русских поэтов не писал о зиме? Зиме чародейки, зиме волшебницы, зимушки зиме. Кто не передал словами сказочно неповторимых картин русской зимы? Читаешь и слышишь звучание зимних пейзажей. А картины художников сочетаются с музыкой и поэтическим словом. Они включают в себя не только великолепные зимние пейзажи, но часто набор зимних трудов и развлечений, охоту, заготовку дров, катание с гор на коньках, игру в снежки. Композиторы создают яркими звуковыми красками все многообразие звуков зимней поры. Слушайтесь чудесные звуки музыки Чайковского, Вивальди, Гречининова, Алябьева, и вы услышите то шелест тихо падающих снежинок, то легкое дуновение ветерка или завывание вьюги, а то и дыхание студеной воды под крепко скованными льдинами в великих и малых водах. Многочисленная репродукция картин, в основном русских художников, поэтические сборники Есенина, Пушкина, Некрасова, музыкальные произведения Вивальди, Чайковского, Шумана, Мурадели являются содержанием нашей выставки. В зиме столько волшебства, столько красоты. Приходите, смотрите, читайте, наслаждайтесь.